Добрый вечер. Сегодня у нас заключительная лекция цикла «Наука логики Бетховена». Лекция называется «Бетховен I» или «Революция сонатной формы». Поверьте, когда готовился, выстраивал концептуально эту лекцию, то у меня были одни мысли. Но когда прочитались перед этим 5 лекций, мысли немножечко преобразовались. И вот здесь у меня есть на 3 страницах, чистых 2 страницы, которые начинаются вот таким образом. Бетховен-первый и так далее, и так далее, и так далее. Я решил сегодня это не говорить. Почему? Потому что на слух это все равно как бы воспринимается просто как брошенные фразы, хотя и достаточно, серьезно сформулированные. Тем более, что эти фразы, из них как минимум 80%, а то и 90% – это фразы из научных работ о Бетховене. То есть здесь отсебятины никакой нету. Под чем я могу подписаться, я с удовольствием это приведу. Но давайте я лучше эту информацию изложу в какой-нибудь статье, и мы почитаем о том, действительно, в каких областях Бетховен первый. Сегодня мы, или революция сонатной формы. Вроде по-разному, но это об одном и том же. Поэтому сегодня наша такая лекция «Выводы» будет в эту сторону пойдет. Мы не изменим своим правилам. У нас будут только, опять же, только нотные тексты. То есть я просто подумал, что если я буду читать такую серьезную информацию, то это немножечко повредит стилю этих лекций, тем более, что все, что я читал на предыдущих лекциях, большинство было прочитано в виде такого специального, как сейчас говорят, троллинга. Мы просто читали эту информацию и смотрели, насколько она не соответствует нотному тексту. Поэтому сегодня из этих всех фраз, пожалуй, единственную, которую я, мне хотелось бы, чтобы она сегодня прозвучала, и она у меня написана на последней странице, она написана таким образом, можно сказать, что Бетховен первый в истории музыки композитор, почувствовавший себя историческим человеком. Исторический человек – это выражение Мирчи Элиады. То есть таким человеком, который осознает себя творцом истории и хочет им быть, и для которого быть самим собой означает быть не таким, как все, то есть не вписываться в общее предписание. В отличие от традиционного человека, человек исторически ориентированный, привносит порядок в мир путем совершения некого небывалого, из ряда вон выходящего события, изменяющего дальнейший ход событий и подчиняющего этот ход новому порядку. И, кстати, Бетховен, помимо всего прочего, также первый, кому Бетховену принадлежит первенство в отношении сознательного, то есть не просто композитор мог создать какое-то из ряда вон выходящее произведение, но у Бетховена это вполне сознательный подход, это, если хотите, метод работы над музыкальным материалом, создания из ряда вон выходящих произведений. И в этом Бетховен, пожалуй, то есть слово «революция» сонатной формы в данном случае не случайно, хотя одна из самых известных работ, посвященная сонатной форме, называется «Эволюция сонатной формы» нашего выдающегося музыковеда Надежды Александровны Горюхиной. Но революция сонатной формы – это не для того, чтобы что-то поспорить. Просто Бетховен действительно совершил, революция – это радикальное, коренное. То есть Бетховен совершил радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, сопряженное с открытым разрывом с предыдущим состоянием сонатной формы. То есть Бетховен действительно выступил революционером в этой области. И тут еще буквально несколько таких его выдержек. Когда известно, что когда музыканты жаловались Бетховену, что им невероятно сложно исполнять его музыку, так как она слишком трудна, композитор обычно отвечал: «Не беспокойтесь, это музыка будущего». Также в ответ на замечание критиков по поводу одного из его поздних квартетов Бетховен сказал, что пишет то, что считает нужным, не заботясь об оценке современности. То есть здесь тоже сквозит эта революционность Бетховена. И
Ну, уже самое последнее, вот, связано с первым. Следовательно, с достаточной мерой условности можем утверждать, что Бетховен вообще первый композитор в современном понимании и значении этого слова. Перефразируя известное выражение из названия книги Мартынова «Конец времени композиторов», укажем, что Бетховен является началом времени композиторов в понимании слова «композитора» не в его буквальном значении, а в том, которое, начиная с Бетховена, стало присуще этому понятию. Ведь даже Бах получил историко-культурологическую оценку, исходя из Бетховена. И прав был Веберн, утверждавший, что все в музыке, что касается музыкальной формы, добетховенское и послебетховенское необходимо исследовать, исходя из Бетховена. И тут даже приведу еще фразу Штокгаузена, которая подходит под из ряда вон выходящего Бетховена. Штокгаузен: «Для каждого музыкального произведения в отдельности я сочиняю свои правила, в соответствии с которыми создается музыкальное произведение в целом. И в каждом новом произведении я иду дальше и сочиняю новые правила». Ну, мы с вами видели, как Бетховен на протяжении всех предыдущих лекций, как он создавал эти правила и потом их успешно нарушал. Но переходим к символам, несколько символов нашего цикла, которых я сейчас и в который раз повторюсь. Вот одним из символов является эта чашка, на которой есть надпись, выражение Бетховена, что если есть два одинаково хороших варианта, нужно отказаться от обоих. Дальше символом нашего цикла есть выражение Поля Валери, что стихотворение создается не из идей и не из чувств, оно создается из слов. И главным символом, конечно же, наука логики. И чтобы логика действительно была в таком статусе, в котором она у нас фигурирует, то нужно, чтобы обязательно логика должна быть железной, и чтобы она обязательно работала. Потому что только при этих условиях логика способна заслужить статус науки. Давайте же будем, как обычно, как мы уже привыкли, смотреть на музыкальную логику Бетховена, и переход к конкретике. Опять вспомним еще одного нашего юбиляра Гегеля. Первое предложение его науки логики гласит: «Ни в какой другой науке не чувствуется столь сильна потребность начинать с самой сути дела без предварительных размышлений, как в науке логики». Поэтому, опять же, будем без каких-то предварительных разговоров, потому что все разговоры, которые были на предыдущих наших с вами лекциях, они вроде как были предварительные разговоры к этой выводной лекции. Но метод работы все равно будет тот же. Мы опять же будем смотреть музыку, мы будем смотреть звуки, мы будем смотреть их связи. Просто сейчас мы уже попытаемся то, что у нас шло от сонаты к сонате, от части к части, сейчас уже разбито на несколько таких рубрик. И по этим рубрикам будем следовать. Так что открываем первую папку. Первая папка называется «Экспозиции». То есть мы смотрим, в чем заслуга Бетховена, в его и этот его такой революционный подход в области сонатного аллегро. И первая подпапка, то есть первая папка называется «Экспозиции», то есть мы будем говорить о том, что происходит в экспозициях, то есть в начальных разделах сонатного аллегро. И первая там внутри папочка называется «Что значит для Бетховена проехали?». Мы с вами, что значит проехали? Это такой логический принцип, который звучал на наших предыдущих лекциях. И смысл его был в том, что Бетховен создает какой-то, в нотном тексте создает какой-то момент, который гласит, что дальше будет именно так, а не как-то по-другому. И, соответственно, в каждой следующей композиции он уже учитывает все эти правила и создает новые правила. Давайте посмотрим. Мы все, то есть весь материал, который сегодня будет, он уже у нас был. Просто сейчас мы на него будем смотреть немножечко по-другому. Хотя,
Существенно по-другому, конечно, мы не сможем на него посмотреть. Итак, что значит для Бетховена «проехали»? Ну вот смотрим. Главная партия сонатного аллегро уже в первой сонате демонстрирует то, что, ну, вспомним нашу первую лекцию, мы очень много говорили об окончании вот этого первого предложения, которое оказалось самостоятельной, целостной главной партией. И то, что дальше должно было идти опять такое же начало, повтор вот этого до-фа, до-фа-ля-до, мы очень много говорили, почему дальше не должно быть, потому что столь явное равновесие главной партии вот этого предложения, ну, мы смотрели на это равновесие. Но сейчас мы говорим о том, что следующим моментом, который, следующая фраза, которая следует за вот этой главной партией, это фактически проведение той же самой темы, только в тональности минорной доминанты. Что это значит? Это значит, что если бы это была... То есть это вполне могла быть побочная партия старосонатной формы. Но если это связующая партия, так как она здесь и есть, это значит, что мы уже эту тональность проехали. Это значит, что побочная партия будет в другой тональности. Ну да, мы знаем, что для минорной тональности есть два варианта. Один вариант – это вот минорная доминанта, но это второй вариант. А первый вариант – это параллельный мажор, ля бемоль мажор. Ну, для первой сонаты идеальный вариант был, но мы просто говорим здесь о том, как мы изящно проехали, как Бетховен изящно проехал этот до минор. Он мог его, он мог как угодно начать, но просто мы привыкаем к этому логическому принципу, потому что дальше он будет еще более показательный, еще более яркий. Смотрим дальше. И дальше, конечно же, идет связующая партия, дает тройное закрепление той тональности, в которой уже будет побочная партия и следующий. И побочная партия идет в ля бемоль мажоре. То есть все абсолютно строго логично. То есть логика здесь железная, мы об этом говорили. Но теперь смотрим дальше. Вторая соната. И вот в этой второй сонате здесь точно такое же закрепление есть той тональности, которая должна быть тональностью побочной партии. И это те же самые 20 тактов. То есть странно, да, очень странно, но случайно ли это? Возможно, случайно. То, что 20 тактов, возможно, случайно, но тройное закрепление той тональности, в которой должна начинаться побочная партия, и она должна в ней начинаться. А теперь смотрим, что дальше. А дальше идет возврат. То есть вот здесь, вот то второе предложение, условно говоря, сложное, которое в первой был, мы проехали, во второй сонате оно уже появилось. Но что это значит? Это значит, что мы проехали уже здесь эту тональность. Мы уже ми-мажор проехали. Это значит, что побочная партия не будет в ми-мажоре. Хотя, ну вот, можно возразить, что значит не будет побочная партия в ми-мажоре? По логике сонатного аллегро она должна быть в ми-мажоре. И, в принципе, любой другой композитор мог сделать побочную партию в ми-мажоре, и ничего бы не произошло. Вы знаете, даже если бы Бетховен это сделал, но просто если бы сделал это Бетховен, то у нас бы сейчас не было бы повода дальше продолжать говорить. А так мы уже знаем, что не будет побочной партии в ми-мажоре. Теперь нам только нужно проверить эту логику. Давайте дальше. И вот идет внизу, в принципе, подготовка, связующая партия, она прекрасно закрепляет вот ми-мажор. То есть мы знаем, что должен быть ми-мажор. Дальше. И вот даже идет вот такое ралентандо. То есть он немножечко как бы замедляет, потому что он показывает, что он идет в ми-мажор. Но вот этот момент ралентандо, у Бетховена очень есть несколько таких вот моментов, там ретенута ралентандо или там декрещендо. То есть вот в таких вот моментах, когда что-то должно произойти, но не то, что ожидается, он очень часто начинает замедлять темп, начинает делать ферматы. Это тоже такой чисто логический момент. И вот следующим ходом он показывает, что все, мы проехали ми-мажор. Потому что то же самое, только уже в ми-миноре. Это значит, что
Ну, мы лишний раз убедились, что мы, по идее, должны проехать этот ми-мажор, потому что уже ми-минор, после ми-минора возврат тоже будет уже... Ну, давайте посмотрим, что дальше. Дальше доминанта, которая одинаковая, в принципе, это доминанта одинаковая и для ми-мажора, и для ми-минора, но побочная партия, и дальше следующий файл, побочная партия в ми-миноре. Мы предполагали, что будет побочная партия не в ми-мажоре, предполагали. То есть логика, пока мы следуем этой логике, видим, что она ну, в достаточной степени ну, железная, как мы вот, любим здесь говорить. Обратим внимание, в ми-миноре побочная партия, она очень похожа на разработку. В одной тональности проводится, в другой эта тема, в третьей тональности. И вот все вот атрибуты... как это бывает в изложении в разработке. Давайте следующий файл. И тоже такой любопытный момент. Мы же говорим об экспозициях, то есть экспозиции же бывают не только на уровне, там, скажем, на уровне целой части. Ну вот анализируем 2 вольты, вот окончание, потому что экспозиция повторяется. И когда мы приходим и видим точно такое же окончание, которое было здесь, мы понимаем, что это не вся вторая вольта. Ну, вернее, вот пока, очевидно, она вся. Давайте смотреть дальше. Но вот этот вот такт паузы, о котором мы говорили, то есть может ли так закончиться экспозиция? В принципе, не может. Если бы она закончилась точно так же, то здесь бы не было бы первой и второй вольты. Значит, во второй вольте что-то еще должно быть. То есть это та логика, которая нам ну, достаточно естественно подсказывает. Дальше, следующее. Ми-минор. Что это значит? Мы ожидали, что во второй вольте что-то будет, но ми-минор. Мы помним, что в первой сонате разработка начиналась в той же тональности, в которой закончилась экспозиция. Во второй, в ми-мажор мы уже проехали. Ми-минор. Получается, мы ми-минор тоже проехали. Почему? Потому что в побочной партии, которая была в ми-миноре, там было все изложение, как в разработке. Вот представьте, если бы начиналось точно так же в ми-миноре, то было бы как бы уже 2 разработки, а это было бы нелогично, 2 разработки одинаковых в ми-миноре. Значит, дальше. Получается, мы проехали и ми-минор, и начало разработки в до-мажоре. Следующее. Следующая соната. То есть мы говорим об экспозициях, потом будет разговор о разработках и так далее. То есть сейчас мы говорим вот в разных аспектах. Так, третья соната. До-мажор. Мы прекрасно приходим к той тональности, в которой должна быть побочная партия. Побочная партия должна быть в соль-мажоре. И в принципе... По логике, если во второй сонате, поскольку эти все 3 сонаты одного опуса, если во второй сонате побочная партия была не в той тональности, что нужно, то здесь вполне может быть уже в той тональности. Значит, мы, по идее, ожидаем этот соль-мажор. Но дальше. Но мы видим, что побочная партия начинается в соль-миноре, то есть тот же ход мысли абсолютно. Но вот такой чисто ну, вот, любопытный логический момент. В первой сонате у нас, ну, тут чисто логика, в первой сонате у нас побочная партия в той тональности, в которой нужно, во второй сонате в той, которой не нужно, а в третьей в той, которой не нужно, но она нужна уже здесь, потому что тезис, антитезис, синтез. И здесь побочная партия синтезирует, но разговор здесь не об этом, потому что здесь мы ничего не проехали. А проехали мы в третьей сонате, он уже смещает акцент, самый последний такт. Когда кажется, что все, уже утверждается этот соль-мажор, которым должна заканчиваться экспозиция, вдруг на это, вместо утверждения соль-мажора идет соль-си-ре-фа, доминантовый септаккорд на соль, а это значит, что это идет возврат в до-мажор. То есть, а это просто парадокс, то есть не нужно такое делать. Потому что возвращаясь уже в до-мажор, это может быть уже, после главной побочной партии, это может быть уже реприза.
То есть вот такой вот момент, достаточно хитрый, но дальше идет возврат связующей партии. И этот возврат связующей партии становится достаточно вот таким хитрым моментом, который потом, вот давайте посмотрим, к чему это приведет, потому что уже у нас два раза встречалась в экспозиции связующая партия. В том месте, что нужно, и в том, что не нужно. Это реприза. В репризе, вот красной стрелочкой, обозначено то место, где могла бы быть связующая партия, та, которая нужна, и ее там нет. Но мы прекрасно понимаем, что ее не может не быть в принципе, потому что есть еще одно место. Здесь мы связующую партию проехали, а дальше, после уже всех вот идет тем, мы помнили, что там будет возврат. Вот после этого такта идет возврат к связующей партии. А вот теперь уже закрыли тему. Идем дальше. Патетическая соната. Начинается не, как принято, сонатное аллегро, начинается не аллегро, а начинается медленным вступлением. Но в этом медленном вступлении событие развивается таким образом, что после до минора идет проведение подобной темы в ми-бемоль-мажоре. Что это значит? Если после этого вступления будет сонатное аллегро, то ми-бемоль-мажор мы уже проехали. Это значит, что не будет побочной партии в ми-бемоль-мажоре. Опять же можно возразить, ну как так не будет? Ведь она же должна быть. Но она может быть в любой другой тональности, но не в ми-бемоль-мажоре, потому что в ми-бемоль-мажоре уже была побочная партия сонатного адажио. Дальше. И вот мы смотрим, главная партия. Вот внизу вроде как готовится ми-бемоль-мажор, но следующий файл. Но побочная партия все равно идет в ми-бемоль-миноре, потому что ми-бемоль-мажор мы проехали. Какой вариант? Здесь был вариант побочной партии в соль-миноре. Но в соль-миноре начнется потом разработка. Это тоже вот такой вот любопытный, чисто логический материал. Это вот те варианты, с которыми Бетховен работает и выбирает, по сути, лучшие варианты. Давайте смотреть дальше. Особенно любопытно, этот принцип работает в среднем периоде творчества. Вот мы достаточно подробно анализировали вот эти моменты в 15-й сонате. Ну, напомню, вот один момент. Вот внизу смотрим, связующая партия начинается. Соната ре-мажор. Побочная партия должна быть в ля-мажоре. И вот связующая партия первой же фразой, она попадает в ля-мажор. Все нормально. Можем после этого давать побочную партию. Но дальше. Но дальше, следующей фразой, мы проехали этот ля-мажор. Уже у нас ми-мажор. Что это значит? Дальше. Даже если мы повторяем, все равно, вот вроде мы акцентируем, что мы в ля-мажоре, но мы же знаем, что в ля-мажоре не будет побочной партии. Смотрим дальше. Мы опять второй раз проезжаем точно так же этот ля-мажор в ми-мажор, но следующий ход. Вот мы, ну, вроде как утверждаем этот ми-мажор дальше, но заканчивая вот таким образом на ми, по идее, следующий ход, опять же, обратите внимание, декрещендо и пиано, после этого ми должен быть ля, и побочная партия должна быть в ля-мажоре. Но дальше мы видим, опять идет уход, и вроде опять приход в ля-мажор. Может, это ля-мажор, уже побочная партия. Да нет же, дальше. Видите, тот же самый повтор, который был, и побочная партия в до-диез-мажоре. То есть это вообще далекая тональность. Но понятно, что она потом вернется в ля-мажор. Но просто сам вот момент, который мы ожидали, что не будет в ля-мажоре, вот он присутствует. Это чисто логический момент. Дальше. И вот то же самое в репризе. В репризе уже не обязаны мы, даже не обязаны вот этот момент повтора делать, но если мы не будем делать эти повторы и дальше, и если мы не придем в этот ля, и потом, ну, мы можем повести в ре-мажор, уже не обязаны ничего делать, но если мы, давайте дальше, не сделаем вот это, то, что было в экспозиции, мы просто нарушим равновесие
частей, эту симметрию. И поэтому здесь точно так же идет уже побочная партия, начинается в фа-диез с мажоре. Она должна начинаться в основной тональности в ре-мажоре. Это на самом деле не так, скажем, это не такой поздний Бетховен. Смотрим дальше. Следующая соната 16-я. 16-я соната – это действительно соната, которая признана, считается одной из самых неудачных сонат Бетховена. Ну, посмотрите, как любопытно здесь все устроено. Ведь самое начало главной партии, и мы уже фактически в ре-мажоре. То есть соль-мажор в ре-мажоре. Это значит, что если это связующая партия, мы уже понимаем, что не будет побочной партии в ре-мажоре. То есть вот логика, вы знаете, если она работает, то она работает, и тогда мы называем логика, и этой логике можем научиться. Это действительно наука логики. Смотрим дальше. Идет сдвиг на тон, и мы уже попадаем в до-мажор. А до-мажор – это тональность субдоминанты. Это значит, что уже… давайте об этой проблеме дальше немножко поговорим, но просто субдоминанта – это тональность разработки. Это значит, что если в если в разработке будет тема главной партии, то она уже не будет в этой тональности. Почему? Потому что она уже была в экспозиции. Это нелогично будет. Смотрим, что дальше происходит. Дальше идет вот такой вот, обратим внимание, вот такой ход, который внизу, 16-ми нотами, заканчивается на ре. То есть это в принципе либо доминанта, либо ре-мажор, который необходимый, но вот внизу, видите, соль начинается. Это значит, что начинается повтор первой темы. Это значит, что до этого момента не было еще связующей партии. Связующая партия только начнется. А вот любопытно, как она начнется, если это была связующая партия. Давайте смотреть дальше. Вот, заканчивается этот момент. Сейчас должен быть уход к доминанту. Но мы понимаем, что мы же уже его проехали. Бетховен не повторяется в таких вот элементарных моментах. Дальше. И, конечно же, вот это настоящая связующая партия, которая дальше идет совершенно другой ход, идет в другую совершенно тональность, и мы получаем на выходе побочную партию, следующий файл, мы получаем ее в си-мажоре. Это очень хорошее соотношение. Это, если хотите, романтическое соотношение тональное. Но мы же видели, насколько мы этот си-мажор, сужали этот коридор. Этого нельзя, этого нельзя. Вот куда еще? Пришли вот сюда, скажем. Давайте дальше смотреть. Опять же, как начинается разработка? Видите, вольты нету. Это значит, что повторяется точно так же. Это значит, что разработка начнется точно так же. Мы понимаем, что она начнется так же, но пойдет другим путем. Дальше смотрим. Она начинается, опять же, в соль-мажоре. Она не обязана начинаться в соль-мажоре. Но тут уже чисто спортивный интерес. Куда же она дальше пойдет? Куда дальше пойдет? Она в до-мажор не может идти, поэтому она идет в до-минор. В до-мажор она не может идти, потому что она в экспозиции, в главной партии там была. А в до-минор, пожалуйста. Дальше, вот такой следующий момент. И видите, очень кратко разрабатывается вот этот материал главной партии, потому что очень много в экспозиции было, он разрабатывался. Теперь дальше смотрим. Помните момент в конце первой страницы, окончание главной партии вот таким же, каденцией, условно говоря. Здесь это доминанта. Раз она в разработке, значит, это доминантовый предикт. А вот теперь представьте, если вот эта логика «проехали» работает, то нас же скоро ожидает вот этот момент в репризе. И у Бетховена это означает, что если он уже здесь, значит, там его не будет. Давайте проверим. После вот этого идет уже, собственно, доминантовый предикт, хотя это тоже доминантовый предикт, то есть начало доминантового предикта – это материал главной партии. И вот начинается реприза. Дальше. Вот она доходит вот до того места, где уже вроде как связующая партия, и что дальше происходит? Здесь, опять же, красной стрелочкой обозначено, где пропущено. Видите, нету дальше связующей партии.
сразу идет побочная партия. Видите, сразу идет переход. То есть главное сосвязующее просто спрессовалось, убрал Бетховен вот тот вот момент, который уже был задействован в разработке. И что дальше? Но опять же, мы уже это знаем, эту логику по третьей сонате, такого же типа восьмой сонате было вступление, что если что-то было дважды, то третий раз обязательно будет. Давайте посмотрим. Ну и третий раз, видите, в самой коде. То есть получается, вот это место есть в разработке и в коде. То есть это материал главной партии, да, не основной материал главной партии, но логика присутствует просто железная. Дальше, следующие экспозиции. 17-я соната. Начало главной партии. Да, мы о ней уже не говорим, все проблемы в том, что эта партия действительно вот от такой формы. Но нас интересует здесь одно. Вот в самом низу, видите, повтор вот этой первой фразы, и сразу идет отклонение в субдоминант, в фа-мажор. То есть идет отклонение в ту тональность, которая одна из двух, но по рейтингу она вообще первая. Опять это значит, вы видите, логика работает постоянно. Это значит, что не будет побочной партии в фа-мажоре. Смотрим. Связующая партия ре минор, и дальше следующая, и побочная партия. Побочная партия во второй тональности по рейтингу, которая, ну, должна быть в ля миноре. Нормально. Дальше смотрим. 21-я соната. Начинается фактически аналогично, как в 15-й, сразу же отклонением в субдоминанту. Понятно, что Бетховен дальше пойдет другим путем. Ну, хотя вначале он сдвигается точно так же, но заканчивает главную партию уже в до миноре не так, как нужно. Это значит, что до минора уже, ну, может и не быть в разработке. Но нас сейчас интересует вот такое, что главная и следующая партия, которая идет связующая, главная партия построена в алгоритме связующей партии. Поэтому связующая партия уже не может идти тем же самым путем. Соответственно, попав из до мажора в соль мажор, совершенно там идет спуск, здесь наоборот идет уже не си бемоль мажор, ре минор, и дальше мы, по идее, отклонившись в доминанту в начале экспозиции, мы проехали тональность соль мажор в качестве побочной партии. И следовательно, опять же, этот же декрещендо, опять же, какое-то замедление, и побочная партия здесь у нас в ми мажоре. Дальше. Вот ми-мажор, побочная партия. Видите, логика работает, она постоянная. То есть ее можно вот исследовать и лишний раз убеждаться в ее правильности. Дальше. А вот тут вообще парадоксальный момент. Мы говорим, как в экспозиции проехали. 24-я соната. Посмотрите, как она начинается? Ведь начинается она странным вступлением, но это странное вступление, оно адажио кантабиле, а ведь адажио кантабиле – это вторая часть. Что это значит? Это значит, что проехали вторую часть. И дальше не будет второй части медленной. Это же насколько сделано, ну, красиво, насколько изящно. Этот момент, знаете, этот момент я вот, ну, действительно, ну, называю момент «Ой, все!». Сейчас вот такой интернет-мем. Но то, что логика, что мы проехали здесь медленную кантабеле часть, ну, это очень изящно. Следующая папка у нас, опять же, из области экспозиции, так называемые бесповторные экспозиции. То есть экспозиции, как правило, повторяются. Но мы сейчас посмотрим те моменты, которые у Бетховена, ну вот почему экспозиции некоторые не повторяются. Мы сейчас с вами смотрим не просто, где не повторяются экспозиции, а пытаемся понять, почему они не повторяются. И вот первая экспозиция, в которой не повторяется соната Аллегро, это 23-я апассионата. Мы достаточно подробно ее анализировали и говорили вот об этом моменте, когда заключительная партия почему-то вдруг вместо ля бемоль мажора, ну, она звучит в ля бемоль миноре,
и попадает тем самым на пик бемолей, и, соответственно, ей уже возвращаться как бы некуда. Ну, то есть повтор экспозиции, это, опять же, мы очень далеко ушли от главных тональностей, и тогда большая проблема будет вернуться, поэтому он решил не возвращаться. И что делает дальше? Ну, мы об этом поговорим еще, когда будет разговор о разработках. Но это первая экспозиция. Почему он не повторяет? Потому что он ушел слишком далеко. Дальше, следующий момент. 26-я соната. А вот тут экспозиция повторяется. Но почему она повторяется? Ну, кто был на прошлых лекциях, то те помнят, что у меня есть такие, любимые сонаты, а есть сонаты, о которых я, ну, вот такие немножечко кризисные, между средним и поздним периодом, и вот это особо кризисное, потому что это как бы программная соната, это тот момент вроде как прогрессивная, вроде как романтическая соната, но для Бетховена это получился просто, ну, как бы чисто логический провал, потому что нельзя повторять в сонате, которая, ну, начинается «Лебе воль, прощавай», нельзя повторять экспозицию. Уже ж попрощались, уехали, обратно вернулись. И, ну как это? Я понимаю, что в музыке это можно себе повторить экспозицию, но в этой сонате он мог бы ее не повторять. Но это так. Я, опять же, я мог бы этого не говорить, мы сегодня все говорим в плюс. Давайте следующее. 27-я. Почему в 27-й сонате не повторяется экспозиция? Почему? Потому что ми-минор – главная партия, побочная партия – вот си-минор и вторая страница. Здесь настолько все четко, вернее, это вот побочная партия там была связующая, но ми-минор, си-минор – это настолько четко, настолько само собой разумеющееся, что уже не нужно повторяться. То есть здесь нету, видите, вроде как соната ближе к поздним, но проблем здесь нету. Раз нет проблем, значит, мы не повторяем экспозицию. Дальше следующий файл. 28-я. А вот тут хитрость, видите, экспозиция уже прямо на первой странице. Здесь главная проблема в том, что главная партия вообще потеряла свою тональность. И практически вся экспозиция вместо ля-мажор, ми-мажор, она вся в ми-мажоре. Но мы тут говорили, что если бы побочная и заключительная партия была не в ми-мажоре, а в любой другой тональности, даже началась бы в любой тональности, эта соната никогда бы не была ля-мажор. А так повторять вот этот логический вот, ну, такой парадокс тоже не нужно. Почему? Потому что толочься все время на этой доминанте и дальше. 30-я соната. Вот тут, видите, вроде как похоже на 24-ю. Вроде как начинается скерцо, потом ой, все. Но он же не будет повторяться. Он тогда делает вот возврат этой же самой темы, и он конструирует из этих двух тем, он делает фактически сонатную экспозицию. Главная партия и побочная партия. В тональном отношении все идеально. Повторять вот этот парадокс, а он дальше повторяет. То есть, но дальше повторяет в виде разработки и в виде репризы. Нет, там же ничего не изменилось. Ну, то есть в парадоксальном этом сочетании. И следующий файл. Точно так же не повторяется в 31-й сонате. Хотя вроде как, вот такой любопытный момент, что главная партия тут состоит из таких трех частей. Вот первый хоральный, второй вот такой, как бы, тема гомофонная и фигурации, третий момент. Но дальше следующая страница. Но в тональном отношении все идеально. Связующая партия переводит, побочная в ми-бемоль-мажоре, заключительная в ми-бемоль-мажоре, повторять нечего. То есть проблем тональных нет, значит, повторять нету смысла. Следующей папкой у нас разработки. Я ее назвал суперразработки. Почему? Потому что мы не будем говорить о всех разработках, мы будем говорить только о тех разработках, которые, ну, скажем так, самые уникальные, самые парадоксальные. И первая папка в этом, ну, папка называется фа-минор, потому что у нас было практически, ну, пол одной лекции посвящена
фа-минорным сонатным аллегро Бетховена. И вот такая суперразработка в апассионате содержится, ну, напомню ситуацию, почему именно папка фа-минор. Здесь не будет ни первой, ни одиннадцатого квартета, просто здесь создан совершенно уникальный прецедент, где в первой сонате сонатная разработка очерчивает такой дубль В, опускаясь сначала из тональности ля бемоль мажора, который начинается разработка в си бемоль минор, до минор, си бемоль минор и доминантовый предикт. Но потолок, ну, вернее, не потолок, а дно, в которое опускается разработка, это естественный си бемоль минор, то есть тональность субдоминанты. Здесь вторая фа-минорная, то есть апассионата. Когда мы попали уже в максимум бемоли, тогда вот начинается действительно суперразработка, то есть более техничной разработки даже и придумать нельзя. Тем более, что мы с вами говорили о тематике шекспировской бури в этой сонате, то даже здесь вот подходит к этой суперразработке, вот именно к этому месту. Вот такие слова Проспера: «По моему велению могилы послушно возвратили мертвецов, все это я свершил своим искусством». А теперь давайте посмотрим, как фактически ля бемоль минор, мы сегодня об этом будем говорить, как он связан с могилами. После этого погружения вдруг энгармоническая замена, все это сделано искусством. То есть на слух вообще не слышно, что произошло. А здесь произошло большое событие. Все могилы послушно возвратили мертвецов. Мы находимся уже не на дне, а наверху. У нас уже не 7 бемолей, а 5 диезов. И после этого начинается естественное, правильное, логичное погружение в бемольную сферу. Сначала после 5 диезов 4 диеза, 1 диез, внизу 0 диезов и так далее. И так далее, дальше. Вот идет, попадает в ля бемоль мажор, необходимый ля бемоль мажор для этой сонаты, но мы дальше его как бы проехали, потому что это разработка, и мы попали в ля бемоль мажор, достаточно большое место. Мы об этом месте говорили, связывали все, что связано с ля бемоль мажором, у Бетховена связано с торжественной музыкой. И опять же эти апелляции постоянные в буле Шекспира, где звучит вот конкретно вот это место этой разработки в буле Шекспира, звучит как странная и торжественная музыка. Вот такая ремарка там есть. И вы слышали, друзья, какие звуки? Волшебная гармония. Вот это вот, это место. Дальше. После ре бемоль мажора, 5 бемолей, по идее, мы движемся, если мы в фа-миноре, движемся в си бемоль минор. И вот мы попали в этот си бемоль минор. Но теперь посмотрите, как у Бетховена опять же работает этот логический принцип, который я называю «проехали». Вот мы проводим тему в си бемоль миноре, и после этой доминанты, казалось бы, заканчивается в си бемоль миноре, и все, мы идем на репризу. Но вместо разрешения доминанты тонику идет доминанта шестая, и мы в соль бемоль мажоре, мы проехали соль бемоль, си бемоль минор. И у нас опять 6 бемолей. То есть мы уже вот эту точку, там, где мы в первой сонате, мы дважды к ней спускались, тут дважды мы пробиваем. И вот вместо разрешения в соль бемоль мажор, следующее, картинка разрешается в фа диез мажор, а на слух этого опять нет, но это второе пробивание. Там было два дна, а здесь два пробивания дна, то есть, ну, после которого уже идет выход на доминантовый предикт. Дальше. Ну вот, вот это вот место. И вот даже такие события, которые происходят серьезные в этой разработке, что даже не позволяет главной партии начаться так, как она начиналась в экспозиции. То есть она начинается вот в таком, ну, напряженном судорожном состоянии. Просто. Можно уже открывать следующую папку, но в первой сонате все как положено,
во второй все с точностью до наоборот. И когда Бетховен через 5 лет после «Апассионаты» пишет свой 11-й квартет, то там содержится вообще суперразработка, которая, суперразработка в парадоксальном смысле, потому что там вся разработка в основной тональности. То есть опустились, поднялись в первой, опустились, сверху опустились, оказались там, никуда. То есть парадоксально третий вариант, все три варианта использованы. Вот это супер просто разработки, все три. Следующая папка, я ее назвал «Фуги и фугато», но о фугато разговоров не будет. Почему? Потому что фугато – это обычное средство в разработках. Здесь разговор только о 28-й сонате и об этой фуге. То есть вся разработка, давайте ее пролистаем, вся разработка – это достаточно большая, правильная, хорошо сделанная фуга, и вот уже начинается реприза. А теперь вот вопрос, почему в 28-й сонате разработка вот такая фуга? А потому что это тональность ля-мажор. А ведь первая ля-мажорная соната была вторая, а во второй сонате практически основное, там есть три больших достаточно раздела. Разработки, два из которых полифонические, а в одном просто идут стретты. А стретты – это тоже один из таких высших пилотажей полифонического мышления. И здесь то же самое, это вот такая цельная фуга, она одна. Но тоже суперразработка. И третья папка, я тоже это называю суперразработка, но это вообще парадоксальная разработка. То есть такую разработку, как такое могло в голову прийти? Вторая часть 22-й сонаты, о которой мы на прошлых лекциях говорили, что музыковеды не знают, что о ней говорить. Ну а как о таком скажешь? Смотрите, внизу одна строчка, следующая. И вот еще 2,5, три строчки. Это сонатная аллегро, хоть все называют, что здесь две, и первая, и вторая часть – это рандальные формы, но здесь есть все признаки, пусть рандальные формы есть, но здесь все признаки сонатного аллегро. Начинается главной тональностью, пожалуйста, темка монотематическая, пожалуйста, тут же главная тональность, доминантовая тональность и главный показатель, такой очевидный, это повтор экспозиции. За счет этого повтора экспозиции эта часть становится сонатным, пока экспозиции сонатного аллегро, потому что следующая часть начинается как типичная разработка сонатного аллегро. А теперь посмотрите, после такой малюсенькой экспозиции, причем экспозиция повторяется, но и разработка реприза тоже повторяется, а теперь просто пролистаем, посмотрим, и это все монотематично. И вот только здесь начинается реприза. Но для такой маленькой экспозиции, и вот дальше после этого еще, рандальность очевидно, после еще, видите, повторяется первая вольта, и вот за счет этой коды, очевидно, называют эту форму рандальной. Но вообще-то это нормальная кода. Даже, вы знаете, у Бетховена, это практически у многих, у всех композиторов того времени, такой момент, который я называю кодные коды. Когда в коде еще уже после всего прочего еще поднимается темп и для красивого концертного окончания, особенно это, конечно, в финалах, например, в финале 21-й, там, где уже и так быстрый темп, а потом еще взвинчивается темп для того, чтобы еще эффектнее заканчивать. Дальше. Следующая папка. Следующая папка называется «Предикты». Вот тут, кто следил за нашими лекциями, то я сейчас в эту папку собрал все предикты. Мы знаем, что предикты есть доминантовые предикты. Есть доминантовый предикт, точка. Других предиктов нет. Смысл доминантового предикта,
чтобы подготовить репризу, основную тональность репризы. И вот когда на прошлой лекции, после вот многочисленных разговоров о предикте, наш Саша оператор, один из операторов, подошел ко мне и сказал, что где можно почитать о предиктах и что такое предикт. Я говорю, не нужно читать, я вам расскажу. Предикт – это считайте, что когда вы выезжаете, как вы возвращаетесь домой, ну, допустим, вы живете в Киеве, и вы выезжаете на Киевскую трассу, это значит, что вы уже домой точно доедете, и вы уже будете точно в Киеве. Но давайте посмотрим, какие пути возвращения домой есть у Бетховена. 18-я соната. Субдоминантовый предикт. Да ну не бывает субдоминантовых предиктов. Но здесь так сложились обстоятельства начала главной партии. Ведь главная партия начинается с неприготовленного диссонанса субдоминантовой сферы. Что это значит? Что если готовить ее доминантовым предиктом, то по классическим нормам, по классической логике нельзя после доминанта и субдоминанту. Поэтому он сначала разрешает доминанту тонику, а потом зависает на вот этой вот субдоминантовой гармонии, которая прямо вливается. Это, ну, парадокс, но поверьте, все, которые мы сейчас будем смотреть, все недоминантовые и доминантовые предикты, это все парадоксы. Следующий. 15-я соната. Ложный предикт. Мы помним, какие вот мы говорили, как он все время проезжал необходимые сонаты, тональности в 15-й сонате. И он точно так же, понимая, что ему начинать репризу ре-ре-ре-ре-ре-ре, он понимает, что он не может сделать ля-ля-ля-ля-ля-ля доминантовый предикт, поэтому он делает его хитрым, ложным, и вот, начиная вот отсюда, видите, фа диез в басу все время выдержан, это мы готовим, это доминантовый предикт не ре-мажора, а си-мажора, по идее. Смотрим дальше. Причем его очень много. Ну потом, конечно же, и даже этот доминантовый предикт разрешается, и опять же декрещендо, опять же пианиссимо, опять пиано, разрешается сначала в си мажор, не вписались, не в Киеве мы. Дальше опять тот же доминантовый предикт в си минор, опять не попали домой. Остановка фермата, адажио, и вот он единственный этот аккорд, ну это же красиво. Действительно, это изящно, это красиво, просто даже на это посмотреть. Слушать это обыкновенно, как я понимаю, но смотреть это одно удовольствие. Дальше. И вот тут совершенно удивительный предикт. Это у нас 27-я соната. А вот тут, вот представьте, человек едет, допустим, на автомобиле, останавливается и спрашивает, а где тут дорога на Киев? А он говорит, так это ж ты на Крещатике стоишь. Вот такой парадокс. Тонический предикт. Как это можно вообще придумать, как это можно себе представить? Чтобы готовить главную партию, а она уже готова. То есть реприза уже вроде началась. Но весь материал предиктный. Но это же специфика вот этой вот сонаты. Это вообще такой скерцозный момент, который просто совершенно удивительный. Следующий. 17-я соната. Поскольку она начиналась, тут я этот предикт называю так, главная партия, доминантовый предикт. Действительно, главная партия всем своим началом указывает, что это доминантовый предикт, а потом начинается тоника. Но тут после доминантового предикта идет вот на нем как бы зависание, чтобы остановить мгновение, подчеркнуть эту доминанту. И потом, видите, после этого предикта начинаются вот такие события, о которых мы еще поговорим в другом месте. В другой папке у нас еще будет разговор, потому что дальше идет реприза. Следующее. 28-я соната. Это, помните, мы в прошлой папке у нас лежала одна страничка сонатного аллегро,
которая не повторялась, которая вся страница это была в ми-мажоре, но это соната ля-мажор. Точно так же коротюсенькая разработка, и вот она должна иметь доминантовый предикт. Но теперь представьте, как можно перед доминантой, фактически главной партии, еще и устраивать доминантовый предикт. Ведь получается, что сама главная партия может служить доминантовым предиктом, так же, как в 17-й. Но здесь еще более, ну, совершенно круто. Здесь просто нету доминантного предикта, вступает эта главная партия, и она сразу же заканчивается. И сразу идет вот кусок связующий. Ну, правильно, потому что она же никак не, не покажет этого ля-мажора. А ля-мажор сможет показать только уже в репризе изменение вот этого ми-мажора побочной партии и заключительной в ля-мажор. Но просто вот эта вся коротенькая полтора такта всей главной партии. И оно же есть доминантовым предиктом. Ну, потому что больше нельзя. Если бы было больше, то оно бы просто стояло на месте. И в такой, ну, скажем, по логике это совсем неуместно. И еще то, что эта главная партия является доминантовым предиктом, потом совершенно удивительно и парадоксально всплывает перед финалом. Потому что перед финалом эта партия становится доминантовым предиктом финала. Это вообще удивительно. Так, ну, вдруг, ни с того ни с сего, вот, ну, я вот крутится слово, вляпать туда, втулить эту партию, ну, полная бессмыслица. Но вот эта бессмыслица лишний раз повторяет функцию этой партии в качестве именно доминантового предикта. И последний предикт, ну, совершенно удивительный, уникальный. Это не предикт, но это вторая соната. В первой сонате, фа-минорной, была абсолютно честная, чистая разработка с красивейшим доминантовым предиктом, естественно, фа-минор. Но во второй сонате, где мы смотрели, что все, вот в экспозиции тройное закрепление доминанты было ровно через 20 тактов. Здесь похожее количество тактов, где-то в районе 40 разработки, и он, ну он, Бетховен, попадает в доминантовый предикт фа-минора. Зачем он здесь нужен? Но, это знаете как, я это называю фантомный предикт. То есть он действительно как призрак здесь, призрак предыдущей сонаты. Но вот что-что, а в ля-мажорной сонате предикт в разработке к фа-минору не просто пробежать через фа-минор, а честный, красивый, большой предикт, утверждающий, ну, ничто другое, кроме как, ну, как сейчас можно сказать, троллинг первой сонаты. Ведь мы же понимаем, что не будет это доминантовым предиктом. Все равно потом будет доминантовый предикт в той тональности, которой нужно. Но запустить вот такую красоту, это, ну, не знаю, ну, для меня это просто какое-то, ну, бешеное удовольствие. Давайте смотреть репризы. Репризы, папка это называется репризы с плюсом. Здесь только две будут репризы, то есть об обычных репризах, ну, сами понимаете, не то что не о чем говорить, есть о чем говорить, там есть весьма любопытные репризы, но мы сейчас с вами просто поговорим о таких репризах-парадоксах. Здесь будет разговор о двух сонатах, о 17-й и 31-й. И заметьте, обе... Ну, вернее, пока еще, ну, знаете, с некоторых пор для меня 31-я тоже буря. Хотя вы знаете, что уже до этого момента у меня было две бури, 17-я и 23-я, особенно 23-я, а тут еще к ним прибавилась 31-я после подготовки к этим лекциям. Давайте смотреть 17-ю. 17-я, вот мы уже говорили, что она начинается как бы с доминантового, главная партия, ее начало – это доминантовый предикт. Поэтому в доминантовом предикте, вот в самом начале нижней строчки, вот как раз это материал уже фактически главной партии, после которого так небольшой перерыв, небольшой переход, и этот вот переход, он очень напоминает, значит, такое... соло контрабаса с виолончелями в октаву, такой переход, то есть чисто такой оркестровый, но мы очень много говорили об этой сонате, как
оперной драме. И когда наступает реприза, то здесь драма поднимается совершенно на другой уровень. Вот давайте посмотрим, что после вот этого сразу же такого доминантового арпеджированного секстаккорда, которым всегда начинались речитативы секко в то время, сразу же после него вступает вот такой, то, что исследователи называют речитативным. Я бы даже не назвал это речитативом, это самое настоящее какое-то такое сольное ариоза, потому что здесь есть очень много моментов именно не речитативных, потому что речитатив – это дальше, та музыка, которая следующая следует. Но замечу, что вот этого момента между вот этим первым тактом и вот этим его не было в экспозиции, его нигде не было. То есть это уже следствие той драмы, которая произошла уже на страницах вот этой вот сонаты. И тогда, когда уже после вот, возвращения этого лярга второй раз, мы уже понимаем, что чисто даже по логике не может не быть продолжения развития этой идеи, ну вот этого, ну давайте назовем речитатива. Все-таки эту сонату чаще всего называют сонатой с речитативами, хоть мы никак ее не называем, ну вообще мы никак не называем сонаты Бетховена, только патетическую, потому что ее Бетховен сам назвал. Дальше. И вот мы уже фактически просчитали тот момент, что дальше будет развитие вот этой идеи, этого такого ариоза. Но то, что происходит дальше, это вообще ни в какие ворота. И потому что дальше вместо, вот опять пробегание речитатива звучит, ну, если бы тут не было пианиссимо и... тут трекорда, это нормально. Если бы не было пианиссимо, то я бы вообще назвал выходом какой-то статуи командора, потому что это очень такое серьезное драматическое место. Но этого места не было в экспозиции, нельзя в репризах, ну как нельзя, не принято было в репризах что-то новое вводить. Но здесь эта реприза, она фактически, вот все ее логические принципы пали под этой драмой, которая здесь происходит. Но дальше проблема-то в том, что это 17-я соната, следующий файл. Дальше, как ни в чем не бывало, идет побочная партия, и так вот она заканчивается. То есть, в принципе, в этой сонате вот драма уже здесь заканчивается, ничего дальше нету. Но тот момент, что эта реприза такая с плюсом, как вот эту я папочку, этот раздел нашей лекции назвал, то это плюс достаточно серьезный. И следующее, 31-е. Мы сегодня уже с вами говорили, что главная партия состоит из трех разделов. Хоральный раздел, потом гомофонный раздел, где звучит такая, ну, достаточно яркая мелодия, и такие гармонические фигурации. Что дальше? Это так заканчивается экспозиция. Вот есть связующая партия, и побочная партия абсолютно стандартная. Мы эту экспозицию называли как та, которая бесповторная экспозиция. Но давайте смотреть дальше. Ну, можно так сказать, не просто короткая, а коротюсенькая разработка, как для вообще... Последний, но мы видим, что, не, ну, видите, хотел сказать, что мы видим в некоторых просто громадные разработки, а в некоторых совсем маленькие. То есть вот это уже внизу начинается реприза. Но смотрите, как красиво начинается реприза. Реприза начинается не просто хоралом, после которого идет мелодия, а потом фигурации, а хорал на материале фигурации. Что это значит? Мы же уже знаем, что у Бетховена есть такой, ну вот, который я называю принцип «проехали». Это значит, что третьего уже здесь не будет элемента. Но то, что Бетховен приготовил для второго элемента, давайте посмотрим. Второй элемент звучит, ну, знаете, можно так сказать, в одиозной тональности ре бемоль мажор. Что значит одиозная тональность? Это та, ну, в репризе все должно звучать в основной тональности. Ладно, побочная партия может начаться в любой тональности, а потом все равно вырулит в основную. Но в главной партии специально так освободить, выделить вот такое место для вот такой яркой темы и провести ее в ре бемоль мажоре, вы знаете, в буре.
натуре Шекспира есть такое место, где, которое ну, просто соответствует этой главной партии в репризе, это третий элемент. Там несколько раз встречается ремарка «торжественная музыка», и мы с вами говорили, что для Бетховена торжественная музыка – это музыка в ре-бемоль-мажоре. И самый уже последний, уже, ну, когда уже приближается, уже Просперо собирается уже расстаться, он уже говорит, что там сломаю свой волшебный жезл и схороню его в земле, а книги я утоплю на дне морской пучины, куда еще не опускался лот, и после этого звучит торжественная музыка. Торжественная музыка в репризе. И мы еще сегодня посмотрим, как Бетховен в 31-й будет прощаться со своим искусством. Как он будет ломать. Нет, он не, мы посмотрим сегодня. Но то, что торжественная музыка встречается в буре Шекспира чаще всего, и именно в тех местах, у Бетховена встречается ре-бемоль-мажор, который связан именно с бурей, когда связано именно с его духом и с его искусством, и с его мастерством, то это просто место совершенно уникальное, потому что тема-то крайне выразительная. Что это, к чему это приводит? Вот она звучит в ре-бемоль-мажоре, потом она в одноименном миноре, это до диез минор, после этого до диез минора мы приходим, и уже вот это третий элемент звучит в ми-мажоре. То есть что мы имеем? Ми-мажор по отношению к ля-бемоль-мажору – это шестая низкая. Мы знаем, как шестая, ну, шестая низкая, или просто там шестая по минор. Мы знаем, какую роль мы смотрели, сколько у Бетховена музык именно в такой тональности. Но реприза ли это? На самом деле это кода. Ведь в коде мы могли куда угодно уйти в любую тональность. Но здесь фактически кода, ну не то что совмещает, реприза совмещает функции кода, просто кода вторгается в репризу, а дальше из этого состояния выходит, ну надо же выйти из этого состояния. Вот идет связующая партия, а дальше как ни в чем не бывало. В ля-бемоль-мажоре идет побочная партия и следующая страница. Здесь, в принципе, видите, ничего не происходит, и уже вот этот вот третий элемент в ля-бемоль-мажоре, уже там он не в ля-бемоль-мажоре, а в ми-мажоре, а здесь он в естественном ля-бемоль-мажоре, и, соответственно, ну, скажем так, тут как бы действительно кода с репризой поменялись местами. И следующая страница. И поэтому такая коротенькая кода. Потому что реприза и кода – это как бы, ну вот, ну не то что, знаете, как бы, вот эта реприза – это заодно и бетховенская кода. А дальше мы говорим о кодах. Следующая папка. Мы знаем, что есть несколько таких элементов, которые мы называем бетховенское там что-то. И вот одно из бетховенских – это бетховенская кода. Что значит бетховенская кода? Это вторая разработка. Но сначала мы смотрим, ну, просто, что у него ну, есть такие совсем бескодные коды. Это в 20-й, вот в той маленькой двухчастной. Ну, тут естественно, что в 20-й это кода ну, совсем без коды. Это заканчивается экспозиция. То есть точно такое же, как в экспозиции. Но парадокс, что следующий файл, это вторая соната. Вот парадокс, что вторая соната бескодная. Вот я специально дал окончание экспозиции и вот окончание репризы. То есть коды просто нет. Вопрос, почему же здесь нету? Нет, ну, не потому, что в следующей будет бетховенская кода первая. А тут смысл такой, мы с вами говорили, когда говорили о первых трех сонатах. В первой сонате есть нормальная классическая кода. Небольшая, компактная, утверждающая тональность. Во второй, с точностью до наоборот, нету коды, но зато в третьей есть не просто кода, а уже бетховенская кода, то есть как вторая разработка, большая кода. Дальше. И вот
это, скажем, вот та бетховенская кода. Мы, вот заканчивается реприза третьей сонаты. И вот заключительная партия вот такая, и после этого вот так заканчивается. Что после этого должно было быть? Вот покажем следующий файл. Если бы после вот этого было вот такое бравурное окончание, вот так, как в экспозиции, было бы все нормально. Это малюсенькое, ну, как бы окончание, как заключительной партии. Но что следующее? Но после этого идет вторжение вот такого материала. Абсолютно аналогично вторгается начало разработки. Там точно так же, такой же материал, вот такой, ну, как бы предиктовый, ну, там парадокс, что там заключительная партия не утверждает, а она как бы готовит что-то. И вот вместо того, что она готовила, идет вторжение. И точно так же, чтобы подчеркнуть, что кода – это вторая разработка, вот это первая бетховенская кода, которая содержит в себе вот такой материал, после которого еще вот, ну, скажем, первый этап разработки был вот на вот этом первом материале, второй этап разработки был на вот втором материале, и после этого уже вот такое вот та кода уже звучит, которая была в экспозиции. То есть вот это первая бетховенская кода. И, ну, еще одну коду, которую просто сегодня, ну, о ней нельзя не сказать, потому что это совершенно уникальное событие. Это вот то, о чем мы говорили с вами, это наличие в коде финала апассионаты абсолютно четко вот этого раздела «Престо», который полностью завершенный. Ну, это цельная форма. Вставить в коду просто совершенно не просто новый материал, а просто отдельную фактически пьесу. Со всеми повторами. Это совершенно удивительное. Ну, я не знаю, ну, я пробую это связать с, опять же, тем торжественным событием, к которому потом все уплывали после, ну, скажем, окончания всех перипетий в буре. Следующая папка у нас, ну, такая большая по количеству файлов, но эти все файлы, вот, очень любопытно. Мы знаем, что есть такое понятие, как скерцо Бетховена. Что значит скерцо Бетховена? До Бетховена было в качестве жанровой части такое понятие, как минуэт. И понятно, что Бетховен пришел и, ну, как бы был обязан писать в некотором месте сонатного цикла, должен был писать минуэт. Но мы знаем, что Бетховен вместо минуэта начал, ну, многие писали скерцо, но Бетховен это стал делать постоянно. Что еще мы знаем, что Бетховен, принято считать, что Бетховен первый композитор, который поменял местами медленную часть и скерцо. Сейчас мы посмотрим с вами, что представляет собой скерцо и как в этих скерцо идет тоже, ну, своего рода такая, ну, драматургия весьма любопытная. Вот это минуэт первой сонаты, это третья часть. Со всеми необходимыми повторами. Мы с вами говорили, что первая соната – это самая классичная соната, которая только может быть. И минуэт, соответственно, самый классический, со всеми его признаками. Следующее. Дальше мы имеем, уже видите, во второй сонате, поскольку вторая, с точностью до наоборот, что первая, ну, мы еще об этом как бы особо не говорим, но здесь уже скерцо, а не минуэт. Хотя трехдольность та же, в принципе, выглядит немножко минуэтом, ну как, скерцо часто выглядит минуэтом. Но просто написать минуэт или написать скерцо, это тоже как бы ответственность композитора, это тоже третья часть. Дальше. Там был скерцо аллегретто, в третьей части скерцо аллегро. Дальше. В четвертой части, видите, минуэт, но уже ничего не написано, написано просто аллегро. Но часть выполняет функцию минуэта, функцию скерцо, то есть все нормально. Пятой нету, там трехчастная, средняя часть медленная. Шестой, вот тоже аллегретто, тоже ничего не написано, но часть, ну, то есть написать минуэт, вот тоже любопытно.
Бетховен может написать минуэт, может написать темпо ди минуэтто, может написать скерцо, может ничего не написать, а сделать материал скерцо. В шестой вот такое аллегретто, которое тоже по всем параметрам минуэт. Дальше. Седьмая, тоже третья часть. Тоже минуэт, здесь написано минуэт. Ну, мы с вами уже, ну как бы, почему мы не все сонаты до 11-й, не все анализируем? Потому что Бетховен до 11-й сонаты, это, ну да, он уже Бетховен, мы уже видим, что он уже Бетховен. Но он еще иногда не такой Бетховен, который он будет после 12-й сонаты. Седьмая, минуэт, третья часть. Восьмой нету, там тоже медленная часть. Средняя там тоже три части. Кстати, вот для информации, ну как для информации, весьма логично, что пятая и восьмая не имеют скерцо, они обе доминорные. И такого же скерцо в последней доминорной тоже не будет, там всего две части будет. Дальше, девятая соната – это первая соната, где скерцо, ну или минуэт, находится на втором месте. Дальше. Скерцо 10-й сонаты. Видите, пока ничего не происходит. Дальше. Мы сейчас увидим, насколько потом все начнет происходить. И вот минуэт 11-й сонаты. И Бетховен после 11-й сонаты говорит: все, меня не устраивает предыдущая музыка. Мы видим, что устраивает нам с точки зрения науки, логики Бетховена, нас вот эти события, ну, устраивают. Так, как у каждого обычного, уважающего себя композитора, вот до 11-й сонаты идет либо минуэт, либо скерцо, либо нету. Ну, то есть бывает. А дальше смотрим, что происходит. 12-я соната. Вторая часть – скерцо, после которой идет третья часть, следующая, после которой марш, вот тот, который мы говорили, марш на смерть героя. Да, этот марш выполняет функцию медленной части. Но очень часто марши выполняли в цикле сонатном функцию именно средней части. И это, знаете, такой маленький такой, ну, уже, ну, что-то ёкнуло, что мы можем об этом начать разговор, но пока еще не говорим. Дальше. 13-е. Ну, вот ничего не написано, Allegro molto vivace, но материал явно трехдольный, явно скерцо. Тоже на втором месте. Дальше. 14-я соната. 14-я соната, вот аналогично, как в 12-й, мы даже как-то сравнивали их, но вот дальше начинается вот этот любопытный момент с 15-я соната. 15-я соната – это типичное скерцо, типичный минуэт. Мы пока не знаем, о чем. Ну, скерцо – это сонатное аллегро, но вот следующий файл. Когда мы говорили о 15-й, то я... Вот скерцо 12-й, скерцо 14-й, скерцо 15-й положил на одну страницу. И мы увидели, насколько это одна и та же музыка по всем повторам. То есть здесь повтор не только в 15-й, не только как сонатное аллегро, а и повторы все, которые принято делать в скерцо или в минуэтах. И дальше что? И то, что первая часть была скерцо, подтверждает третья часть. Третья часть скерцо. Как начинается? Фа диез, фа диез. Что такое фа диез в ре мажоре? Это ложный доминантовый предикт в первой части. Там был сплошной фа диез. Ну, скажем так, ложность доминантового предикта, очевидно, там было признаком, одним из признаков скерцозности. Пожалуйста, вот скерцо. Точно так же, как вот заключительная партия этого ре, точно те же повторы. Что мы имеем? В 15-й два скерцо. Если мы в 12-й думали, ну, скерцо, не скерцо, там скерцо медленное, там, где похоронный марш, то здесь уже два скерцо. И теперь следующая соната. В 15-й, 16-й нету скерцо. А в 18-й сонате просто первая часть... Когда мы анализировали эту сонату, мы смотрели, что она сделана в, ну, в характере, в духе минуэта. И, ну, все вот эти реверансы, ритардандо, вот эти каданс, фермата, и, ну, просто
Это такой трехдольный, ну, скажем, начинается с минуэта. Дальше, вторая часть. Вторая часть – скерцо. Мы тут говорили, что это уникальное скерцо. Ну, если смотреть на скерцо поздних сонат, что это действительно скерцо, там тоже будут двухдольные. Но это, если хотите, первое двухдольное скерцо. Ну, принято говорить, что это единственное у Бетховена двухдольное скерцо. Это единственное скерцо в субдоминантовой тональности, это единственное скерцо в субдоминантовой в сонатной форме. Все принято говорить об этом скерцо, но факт то, что это скерцо, после материала, которое могло быть скерцо. А то, что этот материал, который мог быть скерцо, мы уже знали, что в 15-й такое же. То есть мы смотрим логику. Но то, что происходит дальше, оно нам лишний раз подтверждает эту логику, потому что третьей частью является минуэт. А это значит, что если в 15-й было два скерцо, то в следующей сонате со скерцо у нас три скерцо. Ну, это просто красота. И принято считать, что это последний минуэт в сонатах. Конечно, последний. Здесь он вынужденный, потому что ему надо как-то объяснить вот наличие трех, ну, фактически три минуэта. Ну, это просто какое-то изящество. А дальше начинаются сонаты, уже не имеющие трех частей. И вот в 19-й, понятно, нету, мы об этом говорили, а вот в 20-й финал темпо ди минуэтто. Да, этот финал в форме рондо. В 21-й нету, мы еще 21-ю посмотрим, там средняя часть, ну, мы об этом поговорим. В 22-й части, первая часть, вот такой минуэт Бетховен и пишет сверху, видите, тоже не пишет, что это минуэт, потому что последний минуэт был в 18-й, дальше уже не минуэт. Но все характеристики минуэта есть, ну, понятно, что не все, но важно, что это уже начало с минуэта, уже не просто аллегро там, или аллегретто кон мото, и мы смотрим, похоже на минуэт, а здесь он пишет, что это минуэт. Дальше. И вторая часть этой сонаты – вот такое скерцо. И это скерцо, ну, фактически… Дальше, 25-я, первая часть, видите, минуэт. Почему здесь скерцо? Эту сонату, ну, как известно, ее, ну, не хочу сказать на Ютубе, во многих местах называют ку-ку соната. Потому что здесь идет перебрасывание руки, вот этот вот, видите, очень много вот в разработке именно таких вот моментов, связанных с... Ну, вот с тем, что называют ку-ку соната. То есть, в принципе, типичное скерцо. Дальше. 26-й скерцо нету, 27-я, вот, пожалуйста, опять начинается минуэтом. Ну, раз минуэт, то это либо минуэт, либо скерцо. Это первая часть. Дальше. 28-я соната. В 28-й сонате у нас... На втором месте идет вот такое скерцо. Это уже быстрый, достаточно быстрый, видите, вивача а-ля марча. Вот это марш, который выполняет функцию, ну, как чаще всего марш выполняет функцию скерцо. В 29-й сонате вот такое скерцо. Кстати, очень похоже это скерцо на начало 22-й сонаты, на первую часть 22-й сонаты. Дальше, следующая, 30-я соната. В 30-й мы, когда анализировали эту сонату, то все события, которые здесь происходят, они уже делают из этой части скерцо. Но сам вот этот вот материал главной партии, он явно скерцозный. Вы видите, все время его вот эти вот, этот материал преследует. Дальше, 31-я соната. В 31-й сонате... После трехдольного, после трехдольной медленной части, соответственно, должна следовать двухдольная часть. То есть ее можно классифицировать как такой квазифинал. Мы же находимся в русле двухчастных сонат. Но вполне она по характеру, видите, этих повторов, и повторы в самом материале плюс следующая страница. Вот по характеру середины и следующей
И репризы со всеми тоже повторами, и с вот этой вот кодой свидетельствует о том, что это тоже скерцо. И еще подтверждение скерцо, что после этого скерцо начинается медленная часть. То есть, видите, мы тут проследили все скерцо, особенно любопытный такой скерцозный момент. Знаете, вот я уже говорил об этом, что то, что происходит с 15-й где-то по 18-ю, а то еще раньше, даже с 15 по 18 это район Гейлигенштадта. Это 18-е это конкретно лето Гейлигенштадта. Это то, что предшествовало так называемому Гейлигенштадтскому завещанию. Следующая папка у нас вот двухчастный гиперцикл. Мы говорили достаточно, сейчас мы лишний раз с вами, никогда не бывает лишний раз убедиться в каких-то вот моментах, которые будут нам важны. Так, эта папка большая, называется двухчастный цикл, двухчастный гиперцикл. Но первая такая подпапка называется двух с половиной частных сонатах. Но эти двух с половиной, что значит двух с половиной части, мы сейчас посмотрим, эти сонаты дают нам непосредственный выход на поздние сонаты. Особенно, практически на многие сонаты. Давайте смотрим. Это интродукция 21-й сонаты. После 19-й, 20-й двухчастных он пишет сонату трехчастную, но потом адажио, которое было уже написанное, большое, а даже он издает отдельно под «Анданте фавори» или даже «Анданте фавори», то есть «Любимая анданте», и вместо нее пишет интродукцию. Что значит интродукция, что значит две с половиной части? Следующий файл. А то, что эта часть готовит финал, то есть она не заканчивается, она всегда, вот это две с половиной, это часть, которая является своего рода прелюдией к чему-то последующему. Дальше. То же самое мы видим в 23-й, то есть 21-я – две с половиной части, 22-я – две части, 23-я – опять две с половиной части. Опять вторая часть вливается непосредственно в финал. Дальше. 26-я соната точно такая же, видите, вот так заканчивается вторая часть, потом, видите, внизу 6 восьмых и начинается финал дальше, вот финал 26-й сонаты, то есть, по идее, тоже две с половиной части. То есть из этого контекста, конечно, 25-я выпадает. Это вот, собственно, двухчастные. Мы знаем, что их всего шесть двухчастных. И вот первые две – это 19-я и 20-я. Мы говорили обо всех сонатах, сейчас мы просто расставляем некоторые акценты. Мы пытаемся, собрать вместе то, что, по идее, у нас разваливается. Вообще весь материал, когда он лежит в разрозненном состоянии, то он может не работать, эта логика может не работать. Поэтому я вот сейчас попытался собрать максимум то, что можно вот изложить. 19-е и 20-е мы смотрели, что 19-я соната – это анданте и рондо, то есть вторая и четвертая часть, а 20-я – это первая сонатная аллегро и третья минуэт. И даже мы сделали такой мысленный эксперимент на предыдущей лекции, что поменяли местами. И если поменять местами, то получится первая часть, потом минуэт – вторая часть, третья – анданте, рондо – получится одна соната. Поэтому не исключено, что в тональном отношении соль мажор, соль мажор, соль минор, соль мажор вполне эти две сонаты сошли бы в качестве одной сонаты. Так, возможно, она и была одна. Потому что известно, что это материал его ранний. Но то, что с ними, если это была одна соната, нам не важно, он писал новый материал или воспользовался старым. Но сам факт, что он начинает, он, можно сказать, ввязывается в игру, причем достаточно любопытную. Смотрим, вторая, четвертая, первая, третья,
Следующие двухчастные сонаты. 22-я – это, видите, два скерцо, то есть минуэт и скерцо. Потом вот эта часть «Ой, все», которую я называю, фа диез мажорная, которая, но сонатная аллегро со вступлением, которая фактически вышибает вторую часть, и финал или скерцо. Ну, можно сказать, там первая, четвертая, ну, вот странно достаточно, но странная двухчастность. Следующие двухчастные сонаты. Это 27-я и 32-я. 27-я начинается, видите, минуэтом или третьей частью. И следующая медленная часть, причем любопытно, что этот минуэт, первая часть, это третья в форме первой, в форме сонатного аллегро, а вторая часть, это медленная часть, но в форме рондо, то есть вторая в форме четвертой. Это мы видим, насколько увеличивается у него, ну, вернее, усложняются вот моменты неповторности. И 32-я соната, она имеет вступление, потом идет, потом идет сонатное аллегро, и после которого идет вот ариетта с вариациями. То есть фактически в качестве второй части выступает самостоятельный сонатный цикл. После сонатного аллегро выступает другая крупная форма. И если собрать эти все двухчастные, следующий файл, в одну схему, то тут просто видно, насколько Бетховен, ну, действительно, он играет в эти двухчастные сонаты. То есть это, ну, игра в двухчастность. Вторая, четвертая, первая, третья, два скерцо. Вот такая странная первая со скерцо. Минуэт медленная, то есть третья, вторая, и вот эта вот двухчастность. Ни разу не повторился. А вот теперь представьте, если хоть один бы раз повторился, ну как бы можно было вот вывести вот эту схему, и какой-то упрек Бетховену в том, что он что-то не доработал. Здесь все доработано, все проработано, и до такой степени, что... Следующее у нас вот такие достаточно странные, потому что, ну вот, дальше мы поговорим о том, что двухчастные, о некоторых частях, которые парадоксально становятся двухчастными. То есть вы везде прочитаете другое количество частей, но двухчастность бывает простая, бывает сложная двухчастность. Когда Бетховен поигрался в простую двухчастность, мы уже не можем назвать, что 32-я – это простая двухчастность, потому что там есть вариации, и там есть еще вступление перед этим. То есть вступление тоже может выполнить функцию медленной части. 30-я соната. Вот такое, вот такая сонатная экспозиция, которая включает в себя скерцо и медленную часть. То есть третья и вторая часть – в виде сонатного аллегро, в виде первой части. Дальше. После нее, видите, вступает престиссимо, то есть явный финал. Причем 6 восьмых – это хорошее для финала. Но тут стоит атака, и мы об этом месте говорили, мы его, напомним вам вот это место, следующий файл. Это три разных варианта изложения этого места. И они свидетельствуют о том, что в первом варианте, видите, стоит две тактовые черты. Это в автографе Бетховена так и было в начале. Потом Бетховен зачеркнул вторую черту тактовую и дописал атака или престиссимо. Что потом он делает? Он понимает, что если там одна черта, то уже не нужно писать атака. Он убирает атака. И вот в некоторых текстах абсолютно верно вот этот такт последний открытый. Почему открытый? Потому что он лишний, ну как, потому что соната начинается за такта. Поэтому вполне возможно так вот завершить неполным тактом. И атака престиссимо, это значит, что вторая была, часть была, третья была, финал был. А это все ложится вот в такую первую сложную часть. И следующий файл. И эта часть заканчивается вот таким финалом.
И все было бы хорошо в этой части, это уже была бы одна частная соната. Вы знаете, тогда бы мы говорили не о Листе, как о композиторе, который соорудил одночастную сонатную композицию. То есть уже можно говорить о Бетховене, потому что это уже вот такая сложная композиция. Но единственное, чего здесь не хватает, завершить эту сонату в ми-мажоре. Поскольку он завершает ее в ми-миноре, то тогда нужна еще одна. И вот эти вариации уравновешивают фактически все предыдущие события. То есть таким образом 30-я соната становится сложной двухчастной формой. Потому что вот эти две тактовые черты есть по отношению ко всему предыдущему материалу один раз. То есть Бетховен сам выделил вот эту часть в одну. И к ней приписал для равновесия ту часть, которая уравновесит вот такую сложность. А вот следующее, вот я, знаете, чтобы не забыть, хотя такое забыть невозможно, но я для себя эту папку назвал. 28-я, вот перед этим папка называлась «Парадокс», 30-я – «Парадокс», но она двухчастная. Потом следующая папка, 28-я – «Парадокс», но после 30-й косит под двухчастную. Давайте посмотрим. Есть первая часть сонатная «Аллегро», дальше. Вот есть вторая «Скерцо». Есть медленная часть, третья, то есть вроде все нормально, третья часть и дальше. Но вот этот возврат материала главной партии, это же фактически то же самое, что в 30-й в вариациях возвращается тема. Вот я на это не делал акцент в предыдущем разговоре. В 30-й в вариациях тема повторяется в конце, что таким образом замыкает форму. И вот не было бы вот этого вкрапления главной партии, то мы бы даже об этом не подумали, но после 30-й. Это, знаете, как получается, что, возможно, 30-ю после вот этого момента 29-й соорудил, 28-й Бетховен соорудил. Потому что дальше после вот этого момента, после этой арки идет, вот дальше пролистайте, идет большой финал, видите, с повторами, с вот той фугой, о которой мы говорили, и с вот таким вот завершением, и с большой кодой. То есть достаточно большой финал, который действительно вот, делает вот эту сложную двухчастность. Дальше. И 31-я оказывается тоже двухчастным циклом-парадоксом. То есть практически все, ну, за исключением 25-й и 29-й, 29-ю, ну, просто невозможно помыслить в качестве двухчастности, но хотя она тоже имеет вот те же самые моменты, что и в 31-й. Сонатная аллегро, так, медленная, ну, то есть медленная часть в сонатном аллегро, дальше. Аллегро мольта, темп финальный, но скерцо, дальше. Заканчивается кодой. Могло бы не быть коды, могло бы не быть коды, но коды это тоже, знаете, знаете, Бетховен не признавал игры наизусть. То есть, как я понимаю, ему нужно было видеть, что происходит в музыке. И вот это наличие этой коды – это очевидный момент, причем она такая тормозящая и, видите, зависающая. То есть она как бы кода вот предикт перед следующей частью. И вполне, ну, скажем так, что получается вот эти две части? Это, опять же, третья в форме первой, вернее, вторая в форме первой и скерцо в форме финала. Это очередной блок двух частностей, которых перед этим было достаточно много. Но после этого начинается как бы прелюдия к фуге. Следующая папка. Следующую папку я назвал «Героические марши в начале гиперциклов». Когда мы говорили о гиперциклах, то говорили, что с 12-й начинается второй
Второй этап. Кстати, биткоин – первый композитор, о котором принято говорить, что принято делить на периоды – ранний, средний, поздний. И вот 12-е – начало среднего периода в творчестве, ну, по крайней мере, в сонатах. И чем начинается? Ну, мы говорили о том, что это марш на смерть героя. И это тот похоронный марш, это тот кризис, в котором достаточно задолго до Гейлигенштадтского завещания находится Бетховен. Но любопытно, что когда он открывает новый гиперцикл, то есть позднего, то в 28-й сонате совершенно другой марш, их всего два. И оба героических, но этот героический, уже бравурный героический марш. То есть любопытно, что два марша, и они именно в начале среднего периода и в начале позднего периода. Дальше, следующая папка. Очень много можно говорить о тональности Бетховена. Ну вот приведу слова одного из самых выдающихся исследователей творчества Бетховена Ларисы Кирилиной, которая говорит, что эта информация из ее монографии: Бетховен нисколько не стеснялся признать, что прежде чем разрабатывать текст, он обязательно советовался сам с собой о наиболее подходящей к ситуации тональности. И то, что у Бетховена произведения в одной тональности связаны, мы об этом много говорили. Но можно говорить о многих тональностях, но сегодня мы поговорим именно о ля бемоль миноре. Ля бемоль минор встречается в сонатах всего лишь в трех местах. Вот в 12-й сонате, в начале, в первой части, в третьей вариации, ля бемоль минор, то есть он уже готовит марш траурный, который тоже в ля бемоль миноре. То есть за ля бемоль минором после этого марша не может не закрепиться траурный момент. Следующее, где мы встречаемся, момент, мы встречаемся с ля бемоль минором в заключительной партии апассионаты. Там, где, по моему велению, могилы послушно, то есть фактически уже мертвецы. И потом после ля бемоль минора идет подмена на соль диез минора, но, знаете, как мертвечиной запахло немножко, ля бемоль минором. Так, и последнее. Ля бемоль минор появляется ариоза, знаменитая ариоза Доленте, скорбная ариоза. И вот эта ариоза, она связана, ну, мы когда смотрели отдельно эту сонату, то действительно это в начале эту сонату Бетховен думал посвятить там кому-то, потом кому-то другому, потом решил никому не посвящать, потому что он, в принципе, ее посвятил себе. Потому что в этой сонате он прощается с собой и со своим искусством. То есть то, что пока он, видите, пишет вот такое ариоза, ну, очень красивая эта ариоза. Эта ариоза, ну, пожалуй, одной из самых таких душераздирающих, душесчипательных мелодий, которые, вот, ну, я вам, знаете, на прошлой лекции я проснулся с второй частью 27-й сонаты, а сегодня я проснулся с вот этим вот ариоза. Ну, с одной стороны, не хочется прощаться с этим циклом, но, вы знаете, я с большой радостью сегодня вот. Теперь следующая папка – прелюдии и фуги. Любопытно, что вариации встречаются в поздних циклах у Бетховена в 28-й и в 30-й, вариации в 30-й и 32-й, а фуги в 29-й и 31-й, вернее, прелюдии и фуги. Вот 29-я. Сначала идет прелюдия, и потом вот фуга с некоторыми вольностями. Фуга – это достаточно большая, достаточно, ну, серьезная. Ну, к ней можно по-разному относиться, но то, что это одна из крупнейших фуг, ну, вообще в истории музыки, то это, ну, это действительно правда. Дальше.
31. Как перекрыть? Ну, мы знаем, что Бетховен, когда после одного скерца делает два скерца, то после двух скерца можно перекрыть только тремя скерца или тремя минуэтами, то как перекрыть предыдущую прелюдию и фугу? Ее можно перекрыть только, смотрим, прелюдия, дальше. Ну, то есть вот эта ариоза как прелюдия, вот заканчивается эта прелюдия, идет дальше фуга. Идет дальше, листаем. После этой фуги, вот достаточно, видите, большая фуга. После нее начинается второй заход ариоза до ленты. И вот эта ариоза до ленты уже, вот если вернуть предыдущую страничку, если можно, то там внизу написано, что теряя силы, и после ля бемоль мажора уже и ля бемоль минор, который ариоза до ленты, то второй раз ариоза до ленты звучит в соль миноре, силы теряются, он опускается. То есть лишний раз, может быть, это аргумент за то, что вот ля бемоль минор – это вот погружение, а он еще дальше продолжает погружаться. И после этого второго ариоза, ну, звучит тоже фуга. Но эта фуга, вот видите, подписана даже внизу, она инверсия, обращение. Мы видели, что тема фуги, видите, тема одной фуги и другой, перекрыть прелюдию с фугой можно только двумя прелюдиями и двумя фугами. Но здесь первое, ну, если две фуги, то это очень логично сделать эти фуги зеркальными. И мы смотрели, насколько это похоже. Вот этот вот момент, который там указывается в квартете, в 16-м квартете, да. И здесь подпись, это рукой Бетховена написано, с трудом найденное решение. Должно ли так быть? Так должно быть, так должно быть. Но здесь эти два произведения разделяют еще 4 года. Можно возразить, что здесь нечистая кварта, но нисходящая терция, восходящая кварта всегда будет уводить вверх конструкцию. А нисходящая кварта, восходящая терция будет уводить вниз конструкцию. И действительно, так должно быть, так должно быть. То есть это уже, ну, понятно, что Бетховен прощается. Но здесь мы видим, как он еще прощается со своим искусством и следующий. И мы видим, что он не хочет прощаться так со своим искусством, потому что вот. Это тот момент, который содержится и в буре. Власть чар сильна, покорно служат духи. То есть 31-я, предпоследняя фактически соната. Он прощается со своим искусством, но он хочет проститься на высокой ноте. Потому что духи служат покорно. И у Проспера точно так же Ариэль служил покорно, пока сам Проспера его не отпустил. Там, мой замысел уж близок к совершению, к завершению, власть чар сильна, покорно служат духи. Это власть чар сильна, покорно служат духи. И любопытно, что дальше начинается вот от этой стрелочки, я ее видел не красной, красную я ставил там, где купюры. Здесь я, чтобы вы обратили внимание, что вот маленькая экспозиция зеркальной фуги, после которой начинается опять фуга уже с восходящей темой, с первой темой. И действительно, дальше смотрим, как это. Одна из, ну, таких самых, ну, энергетически сильных мест, очень воодушевляющее место, ну, когда слушаешь, потому что, ну, просто... И посмотрите, как заканчивает Бетховен, как он прощается со своим искусством на высокой ноте, следующий файл. Следующая картинка, видите, на высокой ноте он заканчивается. Просто, ну, вот какие такие весьма любопытные параллели можно, ну, вычитать и в буре, и посмотреть вот в музыке самого Бетховена. И последняя папка уже сегодня называется так: «Вариации и плюс», ну что плюс, я потом скажу. Так же, как марши были в начале двух таких гиперциклов,
в начале среднего периода с 12 и позднего в 28, так вариации, вот обратите внимание, что с того момента, когда Бетховен становится другим, он начинает с вариаций, но заканчивает всю эту историю с клавирными сонатами, он тоже вариациями. Тоже такой, знаете, любопытный момент пересечения. Давайте посмотрим, где у Бетховена вариации и какие вариации. В 12-й сонате это обычные вариации, вот фактурные. Тут первая и последняя вариация. Они существенно отличаются, не так мало. Дальше, следующее. Вариации в 23-м апассионате. Да, это ре бемоль мажор. Это торжественная музыка врачует. Это то, что связано со всеми бурями и с ре бемоль мажором, мы уже об этом просто, ну, я думаю, что точно уже мы не забудем этот ре бемоль мажор там искать и находить главное. Ведь в вариациях может меняться тональность, может, но она не меняется, потому что действительно Бетховен себя этим врачует. Но нам любопытно, что в 12-й были обычные фактурные вариации. Дальше. Следующий файл. В 23-й эти вариации они не заканчиваются, они вливаются, они становятся вот частью сложной, вот этой вот сложной прелюдии. То есть фактически это прелюдия к финалу. Следующие вариации у нас в 30-й сонате, которые вот у нас первая, ну вернее, тема и следующий файл. Она же повторяется, заметьте, вариации не повторяются, ни одни вариации не повторяются, потому что последние вариации. 32-я соната – это, ну, 18-19 минут вариаций, которые направлены уже в бесконечность. Они уже не возвращаются, это необычно, но они уже действительно как бы улетают. Вот тут уже Бетховен отпускает своего Ариэля. И вот то Ариоза, и вот это Ариэта, это непосредственные. Ну, в принципе, все на это обращают внимание, что это непосредственная апелляция к шекспировскому Ариэлю. И дальше следующее. И вот так заканчивается вообще история с 32 сонатами, но на этом пока еще история не завершается. Ну, наш цикл лекций еще не завершается, потому что следующий файл – 33 вариации на тему Диабель, на тему вальса Диабелли. Это вообще любопытнейшая история. Причем Бетховен их не называет вариацией. Он называет их 33 изменения, потому что здесь действительно все вариации, они представлены в разных жанрах. То есть представьте, 33 вариации, а вот теперь, причем посмотрите, какая темка. То есть, ну, как говорится, есть мнение, что Бетховен сразу не собирался это делать, писать. Антон Диабелли, издатель, у которого издавался достаточно, ну, немало издавался, и в том числе Бетховен, он обратился к, ну, давайте скажем так, ко всем композиторам с целью, ну, решил заняться благотворительной деятельностью, чтобы доход от издания цикла вариаций, чтобы пошел, ну, на какие-то благотворительные цели. Он обратился ко всем композиторам, чтобы написали по одной вариации на тему этого вальса. Простенько. На что Бетховен откликнулся? Вот давайте посмотрим. Вот видите, 32-я вариация – это, ну вот видите, 31-я какая? 32-я, смотрите, фуга. Какая фуга? Смотрим. Следующий. Вот. Она могла быть маленькая, ну какую-то маленькую микрофугу. Нет, он делает полноценную фугу. Дальше. Вот, ну она еще, видите, не заканчивается. Как она красиво, ну, красиво, увесисто заканчивается, потому что это предпоследняя вариация. Но темпо диминуэта 33-й вариации, вот тоже посмотрите, какая это 33-я вариация, ну, просто пролистайте до конца. То есть, да, это, ну, не минуэт, но темпо диминуэта, потому что это финальная. И вы знаете, вот если перебрасывать арку к нашей первой лекции, которая называлась «Первый Бетховен», к вот этому последнему моменту, вот история какая история? Бетховен пишет 33 вариации, а другие композиторы пишут по одной вариации, как им заказывали. И
выходит издание в двух томах. Один том – Бетховен, второй том – все остальные композиторы. И вы знаете, когда с опусом 2 Бетховен заявил, что я пришел, его не интересуют никакие другие композиторы, то вы знаете, вероятно, знаете, говорят, что есть там разные причины, в том числе там финансовые или просто там, но вы знаете, одна из главных причин, ну, как на мой взгляд, это лишний раз, который никогда не бывает лишним, показать, кто такой Бетховен, что Бетховен первый, и других вариантов просто ну, нету. Знаете, вот «Буря Шекспира» заканчивается, ну, то есть вот та пьеса, которая, ну, которой известно, что и Шекспир прощается со своим искусством, с помощью которой Бетховен сначала получает такой громаднейший стимул для занятия искусством, и силы искусства, вот он, действительно, перефразируя Проспера, я силу искусства устроил так, что я остался жив, то есть благодаря искусству Бетховен остался жив. И вот буря заканчивается тем, что Проспера приглашает всех провести ночь в его пещере с тем, чтобы утром отплыть в Неаполь на бракосочетание детей, и оттуда собирается возвратиться в Милан, чтобы на досуге размышлять о смерти. Вот такие фразы: «И поплывем в Неаполь, повенчаем, порадуюсь за милых голубков и удалюсь в Милан, где каждая третья моей мыслью будет мысль о смерти». И вот после этого цикла лекций я хочу закончить с вами, вот, перефразировав слова Проспера из «Бури». Пусть каждой третьей, нет, каждой первой нашей мыслью будет мысль о жизни. Ведь именно этому учит вот, наука логики Бетховена. Так что спасибо вам за внимание. Это очень серьезный опыт и для меня тоже. Спасибо.